Непонятно, кто кого когда создал. И есть объективный идеализм, типа, мол, вот есть Господь Бог, который нас создал, или там абсолютная идея, которую мне весь мир создала. А есть другой идеализм, называется субъективный идеализм, который говорит, что вот, мол, никак мы не можем определить реального существования отличного от нас, потому что все дается только в наших ощущениях. Да? Вот, например, я тебя трогаю. Видела я тебя патроны? Видела. Вот. Ну и что? Ты почувствовала, что... Да. Так, может быть, меня они на самом деле не существуют. Это просто ты сымитировала. Вот, просто очень хотелось, чтобы я тебя потрогал. И поэтому ты сымитировала в своем мозгу вот этот факт. На самом деле он так и не происходил. Может быть. Так вот, короче. Я решил, что на самом деле все, что вот я вижу, в том числе и тебя, и это солнце, и это море, и этот пляж, и эти птички, все это плод моего разума. Да. Это все создано мною для того, чтобы я получал удовольствие, для того, чтобы все было так красиво. Потому что все на самом деле так красиво. Ты посмотри, для чего же красив мир. Он просто так не мог быть создан. Он был создан художником. И этот художник кто? Я. Совершенно верно. Хорошо, поэтому... а как я могу видеть этот мир твоими, ну, то же, что и ты видишь?